слово о том, где мы находимся. Мы находимся в самой любимой моей части города. Это Ленинский район. Пересечение улицы Московской и Советской. Замечательное место, просто исключительное место. И здесь вы, естественно, можете пункт номер один. Спокойно и грамотно остановиться. Пункт номер два. Покушать, причем цены очень-очень дешевые. И пункт номер три. Помыть машину. То есть, если к вам кто-то приехал, почему бы вы не порекомендовали приехать сюда? Потому что здесь есть все в наличии. Отличный отель, небольшой, правда, замечательный ресторан, который мы говорим, что это кафе, и, естественно, мойка машин. И куда мы вас зовем? В мини-отель, причем по минимальной цене. За комфортное размещение, да еще и где? В Ленинском районе. Мы, походу, как в Москве. Центр и цены. Но зачем это делать? Центр и цены для кого? Мы такие же люди. Я честно, побывал в Анталии, вам скажу. Там цены от 40 до 60 лир. То есть от 20 до 30 долларов. Так же, как и у нас. Только там от тех отелей до старого города идти от 1 минуты до 5. Здесь практически то же самое. Трамваи, маршрутки рядом. Мест и не так уж и много. Но какое качество! Отличные телевизоры и кондиционер, что еще нужно? К слову, о тех местах, где можно сексом заняться. Везде говорят, что не сексуальные мы. Конечно, сложно, когда рядом деточки любимым делом-то заняться, а здесь легко и пожалуйста. И в 40, и в 50, и в 60 баба ягодка опять. Ну а в принципе, может быть и в 70, и в 80. А насчет покушать? А тема-то такая и есть, и при этом цена. Да нормальная цена с отличным сервисом. При вас все делается, при вас. То есть тема-то очевидная. Тема другая. Ресторан. Ресторан. Ну, по-нашему, это кафе. То есть чудненько, и все готовится для вас. И повар, и ваша страсть. Захотели перченого, сделает. К слову, о месте. 16 человек, и это немало. Любые рестораны, а я все-таки объясню, слово ресторан — это место отдыха от работы. Rest по-английски — это отдых. Плюс вкуснота. А цены как в любой столовой. И чтобы не приехать. К слову, о мойке. И она тоже есть, причем качественная. Я, конечно, понимаю, что моек разных много. Но где же ваш отдых-то? Да даже просто подняться и посмотреть. Журнал без суеты сует. Где это? Я не везде такое видел. К слову, о месте отдыха. Я вам продемонстрирую размеры. И это вместе с часами. Крупные часы, как Rolex и Breitling. И вот такие размеры блюд. К слову о том, как их можно съесть. А никак. Я попробовал и не получилось. К слову о цене. 350 рублей я могу съесть. 500 никак. Ну вы понимаете мой аппетит. Чтобы вы поняли, я вам продемонстрировал, положив сюда свои замечательные часики. То есть, ну, понятен результат, да? Не маленькие часики. Абсолютно не маленькие часики. И вот так вот вас здесь кормят. Хотя, если честно, каждому такому блюду, в принципе, достаточно, чтобы вы смогли покушать в гордом одиночестве. Блюда очень большие. В действительности. То есть, вот такая большая-большая-большая солянка. Такой большой-большой-большой-большой салат. И такие очень недетские стейки вместе с картошкой фри. Ну просто круто. Итого, все это вместе 500 рублей. Еще раз объясняю, по очереди все это делим на 3 и получаем цена вопроса. По 120 там, с небольшим рублей. Нормальный результат? Нормальный результат. То есть сюда также можно покушать. К слову о том, как вы сюда приходите и кушаете. За вашей спиной все это дело готовится, и вы понимаете, что делается все это исключительно для вас. Если что-то вам не понравилось, если вы хотите немножко досолить, все это вам делается, никаких проблем не возникает. То есть повар здесь работает для вас в том числе. То есть если вы здесь решили надолго посидеть, здесь 16 мест, то есть можете сидеть. Никаких проблем нету. И повар будет до того момента, как только вы закончите свою еду. Захотите в 2 закончить, будет до 2, захотите до 5. Будет до 5 часов, тут проблем особых нету. Насколько это вкусно? Вы хотели бы это дело посмотреть? Я, конечно, постараюсь это сделать, и все это сделать вы можете. Достаточно просто включить интернет. Есть такой канал YouTube.
фамилия Челейкин, она одна, единственная, все Челейкины – это мои родственники. То есть их всего по миру 20 штук, всего-то. Один из них самый лучший, Алексей Челейкин, это мой сын, естественно. То есть просто вбиваете Алексей Челейкин, начинаете смотреть, как это все вкусно, как это, где сделано. А где сделано? Ну, естественно, здесь. Пересечение улицы Московской и улицы Советской. Круто, конечно. Круто, конечно. Обалдеть. Кроме всего прочего, вы можете посмотреть те же самые сюжеты. Есть такой другой, Vimeo. То есть два хостинга больших. Один YouTube, а другой Vimeo. И в отличие от моей фамилии, у меня имя немножко другое, понимаете? То есть в любом случае вы попадете 100% на меня. Никаких проблем нет. Если вы хотите посмотреть, как это буду сейчас делать, то просто вбивайте и смотрите. Вот такая она прелесть, господа ательеры. Такая ситуация бывает. Все семьи одинаковые. Иногда нужна и тишина, и чтобы недорого. Чаще нужно удовольствие от мытой машины. Еще вкуснее обед, завтрак и ужин. Здесь целиком обед от 150 рублей. $20 в ночь. 30 круглые сутки. И машина ваша всегда чиста. И это также дешево. Ну а где такое есть? А есть оно здесь, в затерянном мире. Тот самое место. Место хорошее. И хотя здесь ездят автомобили, как вы прекрасно понимаете, за такими окнами вы машины и не услышите. Кроме всего, здесь кондиционированное помещение. То есть можно спокойно и грамотно отдохнуть. Кроме всего, вы здесь можете покушать. Кроме всего, если вы здесь решили отдохнуть, то ресторан закрывается, и вы можете в небольшой компании, примерно 16 человек, спокойно посидеть. Чем ли это не радость, тем, кто хочет пообщаться. К слову о том, что если кто-то что-то тут переправил, ну, такое бывает, и нету необходимости ехать никуда, в принципе, места в отеле тоже стоят абсолютно недорого. То есть 1500 рублей ночь и 2000 круглые сутки. Прекрасно. Кроме всего прочего. То есть если вы приехали на какой-то машине, ну, повидавшие виды, в смысле пропутешествовавшие даже из Челябинска, а если из Москвы, то это однозначно вам ее необходимо будет помыть. Вам эту машину здесь и помоют. Кроме всего прочего, машины здесь на ночь заезжают на парковку. Вот эту самую парковку, она не работает, поэтому ваша машина здесь стоит. Просто ключики оставляете, машину загоняют и выгоняют. Кроме всего прочего, если уже холодно, а такое у нас случается, да, зима все-таки иногда бывает, вы машины на зиму оставляете в этом гараже и утром встаете, и даже не греете, потому что машина всегда теплая. Чем ли это не самое интересное место, которое мы вам показали? И место это называется мини-отель, кафе «Затерянный мир». И телефон 47 55 47.